На поворот машины идут, сюда на поворот машины идет авария, вот буквально позавчера была. Перекресток Антона Петрова-Островского. В интернете его уже окрестили проклятым. Аварии, несмотря на светофоры, пешеходные переходы случаются в этом месте с незавидной регулярностью. Минувшие выходные злополучный перекресток не поделили две легковушки. В списке пострадавших машины и ограждения. По счастливой случайности пешеходов в момент аварии рядом не оказалось. Дорожные службы должны обратить внимание на повороты. Потому что машины при повороте, при пересечении дороги по прямой разрешающий сигнал на поворот машина стоит. Вот буквально сейчас соберутся они. И столкновения из-за этого происходят чаще всего. Именно в часы пик. О том, что на этом перекрестке регулярно происходят аварии, свидетельствуют и внешние признаки. Вот, например, помятое ограждение. Видимо, его не случайно не торопятся восстанавливать. Когда мы провожаем внука, вот здесь вот, когда начинает поворачивать, и можно попасть. Часто здесь ходите, и есть ли опасения за, ну, как бы за свою жизнь, по сути? Конечно. Особенно за детей. То, что у нас рядом школы нету, водим сюда вот далеко. Представители ГИБДД нам пояснили, что перекресток не входит в число аварийных, отвечает всем требованиям безопасности. На данном перекрестке я бы посоветовал участникам дорожного движения быть внимательным, осторожным, соблюдать правила дорожного движения. А самое главное – быть взаимовежливым. Основные причины дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке – несоблюдение очередности проезда перекрестка и несоответствие скорости дорожным конкретным условиям. В итоге происходит столкновение. На данном участке люди получают травмы редко. В основном все ДТП с материальным ущербом, рассказывают сотрудники ГИБДД. Но местные жители уверены, что это вопрос времени. Пешеходам остается верить, чтобы водители услышали совет инспекторов и безопасную скорость движения всегда соблюдали. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.